трудно работать. За последние 2 месяца вы не раскрыли ни одного преступления. Вам все-таки придется подать заявление, попасть на пенсию. Значит, вы решили меня уволить, потому что я плохо работаю? Да. Вот если бы я смог раскрыть какое-нибудь крупное преступление... Преступление века. На улице не валяется, его надо организовать. Но для того, чтобы раскрыть его мог именно ты, организовать его должен именно я. Валя, пойдем грабить музей. А без этого нельзя? Нет. Нам дадут 15 лет. Это тебе обещаю как юрист. Большому кораблю большое плавание, дорогой. Мы должны доказать, что старики тоже люди. Что вы несете? Картину Рембрандта. Какие вы все старички, неугомонные.